здорово. Тихо, тихо, Серега. Вроде все чисто. Ну что, готов офигевать? Давай, показывай, что ты там купил. Только чтоб никому не говорили, понял? Да конечно, все. Чё? Я молчу, говорю. Ладно. Во, офигеть, ты реально их купил? Ага, ты знаешь, сколько эти петарды стоят? 3000. Жесть, а где ты столько денег взял? Места знать надо, заработал. Чё, ты заработал? Ага, давай, рассказывай. Да что тут рассказывать? Мамка деньги училке дала на подарок на день рождения. Ну я и подумал, 3000, не многовато ли ей под? Вот купил себе петарды, а училке на сдачу открытку. Капец ты, жук хитрый. Ну так, кто бы мне еще деньги-то на петарды дал? Ну да, круто, конечно. Но открытка? Я и тот торт купил, и сдачи себе всего 50 рублей оставил. О, молодежь, вы что тут шушукаетесь? Здрасте. А вот и торт. Дядь Коль, вы чего? Это ж торт был учительницы на день рождения. А, да. А чё вы его тогда на столе оставили? Я думал, мать его к чаю купила. Давно ли у нас мама такие сладости к чаю покупает? Да я откуда знаю, чё пристали? Ну вон, кусочек более-менее остался. Его так подрезать аккуратненько. Его и подарите. Всё, меня дома мама прибьёт. Да ладно тебе, Серёжка, не расстраивайся. Вон, малому мать целых 3000 на подарок дала. Чё-нибудь купите и как бы двоих подарите. Да, малой? Ага. Вот и славно. А торт я, Сережка, доем, раз вы уже другой подарок дарите. Жесть. Мне хана. Да. Да ладно тебе, Серег, что-нибудь придумаем. Че, петарды училке подарим? Не, петарды я себе купил. Пойдем лучше у мамы что-нибудь возьмем. У нее там всяких духов куча. Одни возьмем, она даже не заметит. Может, эти духи взять? Нет, давай, чтоб незаметно было. О, смотри, практически закончились. Туалетная вода. В смысле? Реально так и написано? Ну да, смотри. 1500 стоят? Да ну нафиг, как можно туалетную воду за 1500 купить? Не знаю, женщины вообще странные. А давай наполним полный флакон и училке подарим. Давай, а я тогда училке маску грязевую подарю. Чё? Ну вон, у мамы твоей тоже практически кончилось. Грязь для лица. Только она еще дороже стоит. Да. А как я денег на конфеты прошу, так нету. А на грязь, так и на духи, пожалуйста. Так, Серега, что думаешь, по большому сходить или по маленькому хватит? Нет, давай, наверное, просто наберем и все. Я думаю, этого будет достаточно. Прошлые духи разбавятся же. Окей. Да. Однозначно, женщины очень странные. Вообще. А грязь где будем брать? Где-где? На улице? Не в туалете же. Купикод – это сайт, который позволит вам приобрести любую игру, даже недоступную в Steam, пользователям из России. Теперь не надо париться над созданием новых аккаунтов, чтобы поиграть в заветную игру. Заходи на Купикод и получай игры на свой аккаунт. Это просто рай для геймеров, не так ли? А то что вообще играть не во что стало? Если что, я сам пользуюсь, потому что здесь самая низкая комиссия на рынке. Ну и, наверное, возникает вопрос. Ой, тут все сложно и замудрено? Нет. Приобрести игру не то что просто, а легко и безопасно. Что самое главное, сайт просит только ссылку на ваш Steam аккаунт. Выбираешь игру, вставляешь ссылку, вводишь промокод, применяешь его и нажимаешь оплатить. Все. А по моему промокоду вы получаете скидку в 10% на покупку игр гифтом. Сделать покупки еще выгоднее вы сможете, если зарегистрируетесь на сервисе через ВКонтакте или Telegram. Тогда вам с каждой покупки будет падать кэшбэк и бонусы. Это тебе не просто сервис для пополнения, это игровая экосистема. Тут все честно и лояльно. Ссылочка на Купикод в описании. Заколебался! Лучше бы тоже туалетной воды набрал! Ты чё, Серёг, повторяться нельзя! Копай давай! Вот лето настанет, грязи накопаю, по баночкам распихаю и разбогатею! В натуре, Серёг, давай бизнес замутим! Ты будешь грязь продавать, а я воду с туалета! Давай! О, наконец-то! Думал, уже не накопаю! Вот это мы прирожденные бизнесмены. Ты, кстати, копни побольше, а то до лета еще ждать, когда все растает. А так, считай, уже начнем зарабатывать. Дорогая она!
наша любимая Марья Ивановна. С днем рождения! Это прекрасный день для всех нас! Желаю... Опять подлизывается ботаник. Ага, аж бесит. Вот, Марья Ивановна, это вам! С днем рождения! Спасибо, Ярик. Ты самый лучший ученик в моем классе. Даже 5 тебе поставлю. Ничего себе! Марья Ивановна, а у нас вообще-то тоже для вас подарки есть! У вас? Как неожиданно! Да вы что, я целый год копил, чтобы подарить вам эту дорогущую туалетную воду! Ярик, передай! Ой, малой, как приятно! Надеюсь, ты ее не в туалете набрал? Да нет, конечно! Вы что, Марья Ивановна? Да я шучу! Спасибо! Ярик, передай тоже! А это еще что такое? А это от меня вам подарок! Грязевая маска для лица! Ой, да ну! Вы меня прям радуете сегодня! Марья Ивановна, для вас ничего не жалко! Ради пятерки, конечно. Фу, а чё она так пахнет? И что за ветки в ней такие? Ой. Это ж надо было додуматься! Воду в туалете вместо духов набрать! И собачью какашку подсунуть! Да мам, кто ж знал-то, что там вместе с грязью собачья какашка откопается? Да какая разница? А деньги ты куда потратил? Петарду купил. Петарду он купил! Сейчас я отца позову, он тебе быстро мозги на место вставит! Отец, доставай ремень! А я-то здесь при чем, малой? У меня вообще твой батя торт сожрал! Ну не я ж сожрал! Лучше б реально петарды подарили!